чайки. Эти птицы подразделяются на большое число различных видов. Но все они имеют друг с другом схожие черты характера, например, агрессивное поведение и готовность сделать все ради еды. Чаще всего этих пернатых можно встретить на берегу моря или возле судов, которые отправились в плавание. Места обитания. Большая часть видов проживает неподалеку от морских берегов, но некоторых можно встретить и возле небольших водоемов. Чайки активно очищают пляжи, поэтому практически на всех континентах их высоко ценят. Но у них есть и отрицательные стороны, такие как привычка красть пищу, и при всем это наводят очень много шума. Существуют такие разновидности чаек, которые предпочитают селиться в болотистых местностях. Ареал этих птиц обширен. Их можно встретить в самых разных частях света и при различных климатических условиях. У каждого вида обычно своя территория, но чаще всего их можно встретить в Исландии, России и во многих уголках Европы. Повстречать чаек можно не только рядом с водой, но еще и на приличном расстоянии от нее.